основным заданием медицинского университета, любого медицинского университета, является создание оптимального образовательного пространства. Основными составляющими частями этого образовательного пространства являются непосредственно обучение, научные исследования и клиническая работа. И вот формирование базы клинической работы является очень важным для будущего врача, для сегодняшнего студента, для будущего врача. Хорошая оснащенность клиники имеет большое значение для решения вопроса о подборе клинической базы. Но главным является не это. Главным является правильная европейская ориентация клинического процесса. То есть от момента приема пациента, его обследования, диагностики, применения европейских протоколов, соблюдение принципов деонтологии, пациентоориентированный подход в ведении клиники, вот это является определяющим. Клиническая база, которая будет создана в Одрексе, которая сегодня создается, является очень серьезной для наших студентов. На этой базе будут проходить обучение студенты, которые проходят клинические циклы на 4 кафедрах, и их клинической базой будет медицинский дом Одрекс или клиника Одрекс на сегодняшний день. Наш университет – всемирно известный университет. Наши профессора работают не только на территории нашей страны, но и за рубежом. Их с радостью приглашают в клиники для проведения мастер-классов, лекций, конференций. В нашем университете впервые в Украине был создан симуляционный центр, центр симуляционной медицины, на базе которого проходят подготовку как студенты, так и интерны, и молодые врачи, и врачи последипломного образования в обязательном порядке. Интересен тем, что в составе этого симуляционного центра находятся роботы, имитирующие клиническую ситуацию 7-й степени реальности. То есть практически врач, студент, попадающий в обстановку нашего симуляционного центра, абсолютно может представить себя в клинике и будет обязан выполнить все те необходимые алгоритмы манипуляций, диагностических манипуляций, лечебных, которые необходимы по современным представлениям. Такие тренинги проводятся за границей во всех университетах. Мы сегодня, на сегодняшний день, проходим аккредитацию в Европейской ассоциации симуляционной медицины и будем рады предоставить возможность, в том числе сотрудникам Одрекса, для прохождения подготовки в нашем симуляционном центре.